Ну что, друзья, мы как в старые добрые времена находимся на разборке на нашей площадке WorkTrack. У нас очередной проект по восстановлению. Наверное, вы уже по ним соскучились. Это уже не знаю, какой по счету у нас. Я сбился, Дим. Вот. Со счет. В общем, работы много. Там у нас проект уже заканчивается. Скоро машинка уедет в Магадан. Ну, а здесь проект у нас в самом разгаре. Год назад, в 2019 году, зимой, произошло ДТП, в котором были задействованы два автомобиля. Фура Scania и Mercedes-Benz. Вот. Про Mercedes-Benz мы ничего говорить не будем, потому что мы не занимаемся Mercedes-Benz, но мы занимаемся Scania. Scania, да. Вот. В общем, клиент к нам обратился, попросил восстановить автомобиль. И судя по тому, что вы видите, вот у нас тут как бы рама, задний мост, и больше пока нет ничего. Передний мост вот, точнее балка от него. По нему будет работа еще впереди. В общем, из всего этого можно понять, что восстановление масштабное. А что конкретно пострадало, сейчас вот нам Евгений расскажет. Да. Обратился клиент, попал в ДТП. Легковой Мерседес ударил машину в левую сторону тягача, в левый борт. От этого сложился прицеп. Соответственно, замяло заднюю стенку кабины. Отлетел поддон у двигателя, то есть раскололся. Ну и, соответственно, вот... Вышибло левую балку, вы видите, сзади меня уже балка заменена. То есть мы потихонечку готовимся к восстановлению. Кабина правится на данный момент. Двигатель, поддон уже поставили. Он находится, собственно, на нашей площадке. Покрасочные работы впереди нас ждут. Полностью будем прокладывать проводку, полностью собирать переднюю часть. Как говорится, лицо тягача, это бампер, капот, все будем собирать. Работы много, сроков, как обычно, мало, сроки поджимают, но клиент лояльный, он говорит: ребят, сделайте хорошо, качественно. Качественно, да, я подожду. Кстати, будем говорить имя клиента? Ну, если клиент не против. Клиента зовут Андрей, он с какого города? Новосибирска. С Новосибирска, да. Он наш подписчик, а также вот Андрей спрашивал, а будете ли вы снимать проект? Я говорю: Андрей, слушай, времени нет, оператор куда-то уехал. Да, мы вернулись недавно с Санкт-Петербурга. А что вы там насняли, это большой-большой секрет. Либо это уже, да. Когда вы это смотрите, это уже опубликовано на канале, либо еще не опубликовано, но скоро вы увидите. Интересную видюшку они сняли. Посмотрите. Вот. В общем, он спрашивал, будет снимать? Не будем. Я говорю: слушай, пока не будем. Времени нет, туда-сюда. Тут позвонил Дмитрий. Давай снимать проект. Я говорю: Дим, вот уже поправили раму, собственно. Ну да, мы к этому моменту уже сейчас имеем, что поправленную раму, мы забрали ее из наших партнеров, ну не партнеров, точнее, а коллег, скажем так, да, из транссервиса, где, собственно, мы на профессиональном оборудовании правим все рамы для наших клиентов. Также у нас уже полностью обслужен мотор, он готов к установке, мы там поменяли уже и поддон, вкладыши заменили, да. Ну, в общем, полностью обслужили мотор, все, чтобы сделали тестовый пуск, все работает, все отлично. Также у нас уже вот установлены рессоры, и частично у нас проведена работа по подготовке проводки, она вот лежит у нас уже, коса, собственно, здесь на площадке. Вот, поэтому небольшой процесс работы уже выполнен, но все эти работы вы ранее могли видеть в наших предыдущих видео, вот здесь вот по подсказке вы можете по одному из них перейти и посмотреть, допустим, как мы делаем работы по моторам или по раме. Вот. А все остальное мы вам покажем, продемонстрируем. Работы, правда, еще очень-очень много. Она интересная, она объемная. У нас по кабине большие работы выполняются. В общем, друзья, усаживайтесь поудобнее. Вы на канале компании WorkTrack. Приятного вам просмотра. Погнали!
Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Another woman somewhere around. Наконец-то облако краски осело, и здесь можно находиться без респиратора и специального защитного костюма. За моей спиной находится кабина, над которой мы закончили работу по рихтовке и покраске. Проблемы у нас были следующего рода. Удар был в заднюю левую часть, в результате чего задняя боковая стенка была замята, центральная стойка ушла внутрь, в таком винтовом формате она ушла внутрь и в сторону задней стенки. Стойку мы, соответственно, вытягивали по диагоналям, также кабину всю выровняли. Были заменены две детали, это как раз-таки задняя боковая стенка полностью высверливалась, заменена, и также была заменена левая водительская дверь. Далее все это рихтовалось, были работы по потолочному отсеку, так скажем, в задней части стенки также были рихтовочные работы, и также было много отдельной работы по нижней части кабины, потому что, видимо, в результате удара как раз-таки нижние направляющие кабины, они пострадали, там все было, ну, фактически был разорван металл, они полностью также были заменены и отрихтованы. Далее был произведен большой объем работы в плане нанесения шпатлевки, герметика, грунтовки и подготовки кабины окончательно уже к покраске. Здесь представлены материалы, которыми мы работаем. Мы стараемся делать продукт качественным, поэтому и в работе мы используем качественные материалы и компоненты. Напишите, кстати, в комментариях, может быть, кто-то также занимается рихтовкой, покраской кабин или автомобилей. Напишите,
качественный мы продукт используем или некачественный. Нам будет интересно почитать и критику принять, если она есть. Ну и заключительный этап – это этап покраски. Здесь мы использовали высокоэластичную полиуретановую краску BASF, она немецкого производства и достаточно хорошо себя зарекомендовала. Плюс эта краска предназначена для спецтехники, поэтому мы можем быть на все 100% уверены, что эта кабина долго прослужит для нашего клиента. Следующим этапом у нас будет уже перевозка кабины на площадку по разбору, где нас ожидает собранное шасси. Но это вы все уже увидите во второй серии. Поэтому, чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте колокольчик, чтобы вам пришли уведомления. Ну и пишите свои вопросы, предложения или критику в комментариях. Мы все читаем и всем отвечаем. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока!